Добрый день, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 20 сентября 2017 года. Мы в Владивостоке, в картинной галерее, на фотовыставке «Фотомиг». Фотовыставка, в которой участвуют 103 фотографа с Дальнего Востока и Китая. Каждый фотограф выставляет по одной работе. В данной фотовыставке участвует и моя работа. Скоро мы до нее дойдем, а пока посмотрим работы других мастеров. Посмотрим потихонечку. В 5 часов будет открытие данного мероприятия. Это вот наши люди с уссурийского фотоклуба. А это не сложно. Я же работаю в рекламном агентстве. Там получается у нас есть акрил. Да. Акрил, он пока не самодержится. И обратно у нас получается на такие кольца. У нас есть как раз акрил черный, акрил белый и акрил прозрачный. И в принципе я решила тоже черный цвет, белый цвет и прозрачный цвет, то есть такой как отсутствие цвета. Так скажем, это такие три константы. Мужчина, женщина и что-то еще. Вот я примерно вот в этом роде и хотела сделать. А ты в каком агентстве работаешь? Я работала в рекламном агентстве «Стрип-дизайн». Сейчас я тут уволилась и решила сделать свой стиль. Я работаю сейчас на себе. Да, я «Стрип-дизайн» работаю. С Китая приехал председатель фотоклуба с города Суфэнхэ, где мы были, откуда вывозили эти работы, потому что они печатались в Китае. Печать у них хорошая. Вот мы 2-3 сентября были в Китае, вывозили оттуда эти работы. Я уже с ними повстречался, поздоровались. Работы всяких жанров. Ну, а я работаю в природном жанре. Вот наши друзья, с которыми мы встречались на фотовыставке в Китае. Мы плавно-плавно приближаемся и к моей работе. Вот председатель фотоклуба города Суфэнхэ. Он тоже снимает кино. А вот моя работа. Закат на реке Раздольной. Которую представляю я. Все пока в ожидании открытия, люди собираются. Маленькие детки отдыхают, тоже устали. Я знаю, а где? Длинная ветка. Там лучше входит. Про кой ты говоришь? А, ну это моя работа. Да. Это моя работа.
Небольшой фуршет будет. Сильно засветил? Не. Небольшой фуршет будет по поводу открытия фотовыставки. Так что, друзья, ознакомительное видео я заканчиваю. Вот еще друзья наши, которых вы видели на моих фотографиях, когда я был в Суйфунхэ. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео. До новых встреч. Пока.